Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Мой канал заработок в интернете. Ну, а я, как всегда, делюсь с вами информацией. Сегодня у меня онлайн игра Money Gardens. Значит, работает 6 дней. Только в нее зашла. Уже 1773 человек. И участники заработали 2456. Здесь в долларах. Здесь нам не дают никаких бонусов, как в обычной онлайн игре, там на покупку чего-то, там здания или еще чего. Здесь такого нет. Это не призыв к какому-то действию. Я никого не зазываю вкладывать сюда. Каждый принимает решение сам. Это своего рода инвестиционная игра. Так. И каждое решение принимает сам. Я лишь делюсь с вами информацией. Значит, так вот она выглядит. Есть группа ВКонтакте. Можно вступить. Так. И почитать. Есть скриншоты выплат. Значит, вернемся. Регистрация здесь простая. Email, логин, пароль, пароль. Нажимаете зарегистрироваться. Вход по email и паролю. Я же войду. Так наш выглядит кабинет. Так, кабинет. Вот. Нажимаю кабинет. Вот. Здесь нужно резервировать места на фруктовый сад. Здесь есть цветочный сад. Она мне напоминает игру, как вот у меня есть Мгарден. Вот там тоже у меня все зарезервировано. И туда, и сюда. Значит, давайте пройдем. Так, главное, кабинет о проекте. Можно почитать новости, почитать статистика здесь. Как бы кто что. Скриншоты выплат есть много. Тоже это все как бы продумано. И все можно посмотреть. Так, далее. Что еще здесь? Так, ну мой кабинет. Реферальная система. Здесь находится так вот партнерская ссылочка. 7,3% партнерская программа. Рекламные материалы. Калькулятор дохода. Так. Чат с игроками есть. Сейчас он загрузится. Вот. Можно общаться. Так. Ну, скриншот выплат я уже показала. Далее есть фруктовый сад. Как я уже сказала, значит, здесь значит, лимит от 1 доллара до 556. И доход с пассива полтора умножается на полтора раза. Так. Нажимаем зарезервировать место. Ага. Ну, денег у меня еще нет. Я еще не пополняла. Значит, и цветочный сад. Здесь от 10 центов до 37 долларов. Так. Далее история урожаев. У меня как бы пусто. Есть лотерея. Вот здесь. Это для азартных уже игроков. Далее, ну и конкурсы. Конкурсов пока еще нет. Так, ну что, здесь вкладочка «Вывести». Payer берет 1% на покупки. Kiwi, Яндекс, Visa, MasterCard. Так. И пополнить. Так, Мегакасса, Фрикасса и Payer. Я пополню на 2 доллара. И на Payer. Перебрасывать на платежную систему и дальше по схеме. Так, успех, баланс аккаунта успешно пополнен. Так, нажимаю на главную. Вот у меня 2 доллара. Я закину по 1 доллару туда и сюда. Ну, туда и сюда, на фруктовый цветочный сад. Значит, фруктовый сад. И... Значит, я резервирую место. Резервирует нас. Опа, нет.
Нет, 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 не так. А что? Подождите, как же здесь резервировать? Номер 12. Вы еще... А, сумму надо ввести. Я $1. Видите, здесь хорошо как. Точка 0,0. Вот так. $1. Зарезервирую. Так, поздравляю. Мы только что увеличили свое зарезервированное место. Но урожай номер 13 в фруктовом саду на $1. Так, давайте опустимся ниже. Вот мой логин. И мой, как бы, моя прибыль на полтора, как бы, ну вот я получу $1.5. Так. Далее, теперь цветочный сад. Также я зарезервирую $1. И здесь я, значит, а здесь так умножается на 1,3. Так, я получу $1.30. Все средства идут только на вывод. 100% идет все на вывод. Здесь как бы почитайте. Вот главное, кабинет о проекте. Вот. Это экономический симулятор. Покупайте очередь в пассив, получайте доход от сбора урожая. Ну что, вывод будем проверять. Когда будет что проверять, помощь. Здесь вопросы-ответы. Вот. Как я уже сказала, я сюда никого не зазываю, не призываю. Это дело лично каждого человека. Я рискую своими деньгами. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.